Более того, Беларусь начинает формировать собственную школу легкового автопрома. Такие возможности открываются запуском нового завода BLG под Борисовом. Об этом в интервью агентству теленовостей заявил министр промышленности Виталий Вовк. Автомобильное производство уникальное для Беларуси. Сейчас на заводе завершаются пусконаладочные работы. И вот-вот с конвейера сойдет пилотная партия кроссоверов, полностью собранная в Беларуси. Широкой публике новые модели впервые представят на параде 3 июля. На базе предприятия будет формироваться конструктор бюро и не за горами создание белорусского легкового автомобиля. Ситуация такова. Мы открываем новый завод. На базе нового завода мы будем формировать технологов, конструкторов и выходить на новый уровень. В ближайшем будущем создаться какое-то, может, сначала небольшое КБ для сопровождения, а потом оно будет развиваться и, может быть, в ближайшем будущем мы увидим свой автомобиль, сконструированный у нас. Зачем Беларуси еще один тракторный завод? Какими новинками наше машиностроение планирует покорять рынки? Интервью целиком в главном эфире в это воскресенье.